Москва где-то на стоянке такси. Алло, да, алло, Люда, я вышел с родительского собрания, да. Ну что, что, Витькин реферат вот вернули нам, да. Ну там надо было Россию обвести на карте, да, он ее до Португалии обвел. Да я знаю, что я ему помогал, но ты тоже молодец, подсунула мне, когда я телеграм читал. Вот оно что-то. Да не, какая двойка, ты что, пятерка. Географичка перестраховалась, походу, я не знаю. Да, вот реферат здесь у меня, да. Ну все, давай, мне работать надо, у меня работа все, я ж таксую. Ну что ты меня отвлекаешь все время, давай. Через пару часов американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Владимира Путина. До этого Карлсон посетил Ашан, съел картошку фри во вкусной точке. Также сообщается, что пару часов назад Такер Карлсон посмотрел налево. Будем держать вас в курсе событий. Да уж держите, пожалуйста, в курсе меня, потому что вдруг он в носу поковыряется, а я не узнаю об этом уже. Уже задолбали, уже с утра до ночи про него рассказывают и все. Я про него уже знаю больше, чем про мать. Здравствуйте, такси? Нет, я просто желтый черри тигу купил, сижу просто, кайфую, как дебил, да. Людям двери открываю. Да, если можно, пожалуйста, мне открыть. Я извиняюсь, что я не вышел. Я просто так удобно сел, не хочу рекорд сбивать. Куда едем? Red Square. Красная площадь. Иностранец, что ли? Да, американ. С 2000 года мечтал спросить. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Правда. Вот ты говоришь, деньги. Сука, такую мечту испортил. Так, а на Красную площадь тебе зачем? Да, знаете, с человеком встретиться, поговорить. А что, в Чайхане нельзя встретиться с человеком, поговорить? Я не знаю, что это. Да и он, я думаю, тоже не знает. Ладно, поехали. Ну что там, хреново у вас в Америке все, да? Я говорю, как долетел, говорю? Через Турцию. Неудобно. Неудобно, да. Неудобно, это когда твой президент с воздухом здоровается. Вот это неудобно. 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 Смешно. Смешно. Смешно, это когда твой президент с трапа падает. Вот это смешно. Смешно. Да, да. Я принцип понял. Что ты понял? Ты ничего не понял. Ты вообще в курсе, что в вашей Америке этой кобзда полная? Кобзда, доллар у вас просто пустышка. Просто мыльный пузырь. Год-два его не будет. Это еще Хрущев говорил. Я тебе говорю. Ты сам-то что в Москву приехал? Что ты делаешь здесь? Шпионишь? Что ты здесь? Что ты вынюхиваешь что-то здесь, а? Вынюхиваешь? А, да, пахнет не очень. Конечно, не очень. Вы же нам запретили все бренды. Вот теперь сиди, нюхай китайские Nike и вьетнамскую елочку. А конкретно какой адрес, можешь сказать? В Кремль. Лубянка. Sorry. Not Лубянка, надо в Кремль попасть. Ну что, в Кремль попасть, надо сначала на Лубянку заехать, или как? Не надо Лубянка, я уже быть на Лубянка. Слышишь, ты что за гусь такой, я не понял, ты вообще откуда? Ты откуда так хорошо русский язык знаешь? Мой отец работает в USSR, в посольство, в очень интеллигентной атмосфере. Поэтому я немного знаю русский язык на здоровье, гребаный насос. А сам чё, где работаешь? Меня уволили с работы за мои взгляды. Меня тоже уволили за мои взгляды с работы. Вы тоже работали журналистом? Не-не, охранником в магазине нижнего белья.
О, большой театр. Конечно, большой театр, такая культура. Мы культура, у нас все по культуре вообще лучше всех. Ты знаешь, какая у нас культура? У нас люди друг другу хлебальники бьют, чтобы на щелкунчика попасть. Ты что, у нас культура, мы всех вот так, на колени, понял, что ты... Хлебальники бьют. Конечно. Хочешь, я тебе музыку нашу включу? Хочешь, там знаешь, что сейчас на радио играть? Шаман. Хочешь, я тебе сейчас включу? Шамян? Не, он не армянин, он русский. А. Шаман. Шаман — это мощь, это сила. У меня как-то в машине на МКАДе бензин закончился, я шамана включил, на его энергии еще 5 километров до заправки доехал. По данным Роскосмоса, на Землю летит огромный метеорит. А теперь к важным новостям. Такер Карлсон сел в такси и направляется в Кремль. Опять этот Карлсон, ну это просто невозможно. Просто, ну что он прилетел? Вот что он прилетел? Просто будет шефа отвлекать. Ну, знаете, может, у него там есть вопросы к Путину, вот и прилетел. Не, братик, ты что, перепутал? У нас в стране, у кого вопросы к Путину, те улетают наоборот. Вот он думает, что шеф ему прям все секреты раз и выдаст все, просто вот так. Мы русские первому прохожему секреты не выдаем. Понял ты? Понял, да. Понял. Короче, у нас есть секретная, мощная разработка. Роснано совместно с битвой экстрасенсов сейчас делают сюрприз, готовят для США. Какой? Какой? Самый сильный колдун наш вашего Байдена в кота превратит. Sorry. В кота? В кота, да. Чтобы его взять вот так за шкирку и в Северный поток вот так. Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Нет. И вы извините, а кто это сделал? Вы кто? Не, я был занят в этот день. Смешно. Смешно? Конечно, смешно. Тогда, пожалуй, это запишу. Смешно ему. Смешно это. Смешно тебе знаешь почему? Потому что ты до сих пор еще не знаешь про новую нашу систему. Супер-топ-система у нас сейчас Хапуга называется. Хапуга. Знаешь Хапуга? Хапуга, не знаю. Не, у нас сейчас на Дальнем Востоке строят такую большую клешню железную, такую металлическую, огромную, чтобы вот так вот хоп, так зззз, так хоп, чззз, Аляску, так хоп, и домой поехали. Как в автоматах, знаешь, в игрушке, вот так как зззз, вот так Техас, хоп, взял вот так, чтобы он не мучился, и на место сюда. Вот так Калифорнию взял, гомосеков вытряхнул и сюда я. И все, Хапуга. Не записывай, не надо записывать. Записывать не надо. Хапуга. Да, хапуга. Конечно. А, извините, а зачем вам столько земли? А ты что, не знаешь? Мы над Россией сейчас второй этаж строим. О, я знаю, это не секрет. Откуда ты знаешь? У меня в гостинице работает РЕН-ТВ. Зачебись передача. Русский твой, конечно, вообще супер, бомба. Да, спасибо. Угу. Фух, наконец-то вас нашел. Все такси оббежал. Все, можете распускать пробку. Здравствуйте, господин Карлсон. Здравствуйте, господин Песков. Я ему ничего не говорил, ни про кота, ни про хапугу, ни слова не говорил. Вы о чем? А, вам тоже не говорили. Такер, ну что, вы готовы? Волнуетесь? Потому что я не готов и волнуюсь. Не волнуйтесь, я хочу начать с какой-нибудь короткой непринужденной истории. Ну, за это можете не переживать. Есть у него такая история. Всю ночь в архиве сидел, ксерокопии делал. Знаете, я тоже тут подготовил вот 50 вопросов. Скажите, пожалуйста, какие у вас вопросы? Ну, просто интересно мне. Просто интересно. Ну, так, по-человечески интересно, что за вопросы. Да, я понимаю, да. Я бы не хотел это рассказывать, это журналистская тайна. Понимаю. Сам такой же. Никогда никому ничего не рассказываю.
А давайте я проведу вам небольшую экскурсию, пока мы едем. Of course. Вот, посмотрите, насладитесь. Вот то здание, классический пример сталинского ампира. А вот там, посмотрите, это Государственная Дума. Там о государстве думают. Ой, а вот, посмотрите, вот в этом доме Чайковский написал свое знаменитое вступление в НАТО. Ни хрена себе! Что? Все, мы приехали, останавливайте. Побежали. Забыл. Подождите, Такер, подождите. Ты что, к президенту без галстука пойдешь, что ли? Или что? Знаете, у меня его нет. У вас что там, ток-шоу, что ли, или серьезный разговор? Ток-шоу. На, вот в 2004-м симку покупал в Билайне. В подарок дали. Давай. Только смотри там, понял? Не ссы там, понял? В глаза смотри и задавай. Спасибо, вот вам $100. Как на вашем «не нужны мне твои доллары»? Брикс. Брикс, брат. Давай, все, удачи. Дмитрий Сергеевич, не ту папку взяли. Дмитрий Сергеевич, не ту папку. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, Дима. Вот. Я вам отдам вот эти документы из архива. Копии. Владимир Владимирович, это не та папка. Это там Россия до Португалии обведена. Новая «Фабрика звезд» уже бьет рекорды. Больше 1000 участников пришли на сложнейший кастинг, но только у 16 из них будет шанс стать популярным артистом. Смотри новую «Фабрику звезд». 3 марта в 17:00 вечера. Премьера на ТНТ.